Первую в старом Осколе Чайхану открыла сеть рестораций «Айсберг». Традиционная кухня Азии, атмосфера этнического ресторана и, конечно же, восточное гостеприимство. Все это в Чайхане «Инжир». Она расположилась на втором этаже чешского льва. Этот плов готовится с темного длиннозерного риса, сорт девзира, привезенного с Узбекистана, узбекских специй, ну и не натурального. Натурального, нерафинированного хлопкового масла. Хошкель Денисдер. Это переводится «добро пожаловать». Чайхана Инжир – маленький островок Азии в Старом Осколе. Все детально продумано. От интерьера до костюма официантов, от арт-деко до этно-стиля. Каждое блюдо – это особый комплимент, они идут с сюрпризом. Но главная фишка – в скором времени в нашей чайхане появится дерево, которое исполняет желание. У нас есть восточный базар, где люди могут с собой лепешечку взять, поделиться со своими родственниками. И есть очаг, который всегда горит, и туда можно кинуть монетку, загадать желание. Это семейный лаунж-ресторан. Здесь по воскресеньям у нас и детские праздники будут проходить. Будем детей угощать сладостями, ну а женщинам будем дарить цветы. Это восточная традиция. Этно-лаунж-ресторан «Инжир» дополнил комплекс сети ресторации «Айсберг». Это большой комплекс, мы хотим его сделать многогранным, интересным, рассчитывая на разные сегменты, рассчитывая на разную аудиторию. Человек может потанцевать и посмотреть интересное, красивое шоу в самом ресторане пивном «Чешский лев». Он может отдохнуть в лаунж, где этно-кухня «Чайхана Инжир». Он может подняться в караоке и попеть. Первых гостей встречали инжиром. В соцсетях в этот день появился новый тег «Чайхана Инжир». Очень необычно, очень красочно, пестро. Естественно, мы уже здесь успели даже сделать первую фотографию. Я уже даже успел отправить друзьям. Очень красиво, очень приятная атмосфера. До мелочей продуманное меню. Восточная кухня не значит жирная. Взяла салат с баклажаном, мне очень понравился и традиционное. А чайхану я всегда измеряю по плову. Вот я заказала плов и жду его. Мне сказали, он просто идеальный, поэтому, я думаю, не прогадала. Неделю назад прилетели из Стамбула, и, в принципе, вообще мы бесконечно летаем ежемесячно куда-то. И поэтому я могу сказать, да, это будет мое любимое заведение, и оно действительно на уровне. Я рекомендую. Чарующие звуки дудука полностью погружали гостей в атмосферу Востока.